Секреты долголетия, что есть для здоровья сердца. Сегодня мы поговорим о том, какие продукты могут помочь нам сохранить здоровье сердца и продлить нашу жизнь. Продукт номер один – рыба. Рыба, особенно жирные сорта, такие как лосось, сардины и треска, является отличным источником омега-3 жирных кислот, которые помогают снижать уровень холестерина в крови и предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Продукт номер два – овощи и фрукты. Не забывайте включать в свой рацион овощи и фрукты разнообразных цветов. Они богаты антиоксидантами и витаминами, которые защищают сердце от повреждений и укрепляют его функции. Продукт номер три – орехи и семена. Миндаль, грецкий орех, семенальная ячия – это всего лишь несколько примеров здоровых закусок, которые способствуют снижению уровня вредного холестерина и укреплению сердечной мышцы. Продукт номер четыре – оливковое масло. Замените рафинированное масло оливковым в своих рецептах. Оливковое масло богато мононенасыщенными жирами, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживают здоровый уровень холестерина. Не забывайте, что здоровье сердца – это залог долголетия. Питайтесь разнообразно, включайте в свой рацион полезные продукты, и ваше сердце будет благодарно вам служить долгие годы.